Привет, ребята, с вами Карина и Марина, и мы Манукян Твинс. И сегодня мы специально для Nickelodeon вместе с вами проведем день, когда пора играть. И так как мы сестры-музыканты и пишем свои собственные песни, то решили, что было бы очень круто сочинить прямо сейчас с вами песню. И да, наша новая песня очень скоро выйдет в сеть, поэтому не теряйте нас, ребят. Ну а мы погнали! Все, что нам нужно будет для песни, это гитара наша и синтезатор. Мы будем играть на двух инструментах, это будет очень круто, поэтому давайте погнали. А также нам нужен будет наш мозг, чтобы сочинять текст. И музыку. Верно. Для начала, чтобы написать песню, нам нужно написать к ней музыку. Да, это наш с Мариной принцип. В первую очередь мы начинаем подбирать аккорды на гитаре, а затем уже подстраивать синтезатор. Нам надо настроить гитару, поэтому, ребят, давайте настраиваем. Давай, почти. Сейчас. Куда она уходит? Стой! И у нас остался последний. Все, мы настроили гитару. Подбираем аккорды. Итак, пойдемте. Как только услышишь нужную музыку, говори. Три и... В четыре аккорда, да, выходит? Да. Ага. Четыре. Главное, ребята, чтобы сердечко ёкнуло. Да. Сейчас мы должны прочувствовать этот момент. Угу. Но можем это взять? Да? Угу. О, вроде норм. Все, вроде норм. Аккорды подобрали, но музыку нужно еще составить. Кстати, диктофон записываем. Диктофон нужен нашим мозгам, иначе мы ничего не запомним. Да. Это бридж? Наверное. Нам нужно придумать бридж. Это такая переходная часть между куплетом и припевом. Поэтому нам необходимо придумать максимально крутой, такой плавный, классный бридж. О, записала. Отлично, это был бридж. Теперь самое главное — это припев, чтобы он запоминался вам, чтобы он звучал очень круто и чтобы цапанул вашу душу. Да. Ребята, сейчас мы слушаем куплет и бридж, чтобы придумать припев. Может быть, эту песню написать о том, что все мечты сбываются на Nickelodeon. И за припев, за это, допустим... Nickelodeon. Да. Nickelodeon. Это пример, можно спеть по-разному, но мне уже этот пример понравился. Да. Так что давайте. Задумка такая, что куплет мы с Кариной будем петь шепотом, что ли, полушепотом, чтобы это была какая-то отдельная такая часть, которая сильно так же ярко выделяется, как и другие части. Дальше у нас пойдет плавный бридж, который постепенно перейдет именно в припев, который будет звучать как Nickelodeon. Мы надеемся, вы что-то поняли, но если не поняли, поймете через пару минут. Мы считаем, что пора приступить к написанию текста, чтобы было уже легко подобрать всякие звуки и эффекты для самой мелодии к песне. Эффекты, которые мы подберем на синтезаторе. О, вы видите их целое разнообразие, ребята. Будем писать текст, Кара. Припев, мне кажется, мы придумали. Припев будет повторяться Nickelodeon. А сам куплет вдохновит вас, дорогие, к достижению своих целей. А для создания текста нужно зайти в свои заметки и начать писать нашу поэзию. Мы хотим сделать так, чтобы эта песня вдохновила вас учиться, ребята, достигать своих целей, вдохновила не бросать свой труд и свое ремесло на полпути. Ну а так как мы снимаем с вами специально для Nickelodeon, Nickelodeon у нас будет в припеве. Что, на каком языке будем писать? На английском или на русском? На русско-английском. Как на русско-английском? Все, погнали! Каждый раз я замыкаюсь, не пойму. Чего пугаюсь? Да. Каждый раз я замыкаюсь, не пойму, чего пугаюсь. Вижу путь, который впереди. Иди. Да, типа такое. Ага. Не пойму, чего пугаюсь, вижу. Что я сказала? Я забыла, что я сказала. Вот так, поэтому мы используем диктофон.
Реплика «Иди» после строчки «Вижу я дорогу впереди» — это наш внутренний голос, который не дает нам сдаться на победу к своим мечтам и целям. И постоянно напоминает, что надо идти дальше, чтобы добиться своей цели. Теперь напишем строчку по-английски. Everything that made me stop to go ahead. A dream about to dream about to. Хочешь даже сказать, типа be a better person I could ever be. Не, ever не поместится. I could ever be. Походу, мы дописали первый куплет. Первый куплет у нас на английском и на русском одновременно. В принципе, как и все наши с Кариной песни, поэтому давайте чекнем. Каждый раз я замыкаюсь, не пойму, чего пугаюсь. Вижу я дорогу впереди. Иди. Everything that made me stop to go ahead and dream about to be a better person I could ever be. Вау! Петюню, походу мы написали реально крутой куплет. Давайте переведем английскую часть куплета. В ней говорится Everything that made me stop to. Все, что останавливало меня. To go ahead and dream about to. Чтобы пойти на пути к своим мечтам. And to be a better person I could ever be. И стать лучшей версией себя, которая только у меня возможна. Да, это очень сложно, потому что английские слова, английский сленг, он отличается от русского. И мы с Марой любим играть словами. Но, тем не менее, русская часть этого куплета и английская, они абсолютно идентичны, просто по-своему написаны. Но идея одна. Да. Послушаем, как звучал бридж. Бридж по-русски должен начаться. Да. Знаю точно я, сбудется мечта, ага. Сбудется мечта. По-английски. Nothing's bring me down right now. Sneaky Lodion. Записывай, пока не забыли. Да. Знаю точно я. Синтезатор. We have to придумать аккорды на синтезе, поэтому, yes. Карина, теперь твоя миссия. Придумай что-нибудь нам крутое. Да. По звучанию очень хорошо подошло всех 573 маримба. Отлично, маримба. Поэтому погрузимся немножко в тропики. Включаем шарманку и играем. Пойдем исполнять уже финальный вариант нашей с вами песни. У-ху! Раз, два, три, три. Каждый раз я замыкаюсь, не пойму, чего пугаюсь. Вижу я дорогу впереди, иди. Everything that made me stop to go ahead. I dream about to be a better person. With me, get on to you. Sneak it on.
все у нас ушло примерно 30 минут. Это не так уж и много. Это, наверное, уже пятая или шестая песня, которую мы сочинили вот так вот на камеру. Поэтому... Седьмая? Угу. Поэтому, ребят, если хотите послушать другие, просто найдите Манукен Твинс на YouTube. У-ху! Мы всегда с вами. А также будьте начеку, потому что совсем скоро выйдет официально наша новая песня. И, конечно же, знайте всегда, что мы вас любим. Любим вас.